Дондоплома. Вы смотрите «Гороскоп Дурхай» на ТВ. Сегодня 8 июля, пятница, 9 лунный день. День удачи для людей, родившихся год, лошади, овцы, обезьяны и курицы. Благоприятно в этот день постигать науку, изучать астрологию, лечить болезни, проводить операции, приглашать в гости друзей, покупать и продавать вещи, начинать путешествие, дальнюю поездку, усмирять врага, предотвращать кражу, заказывать таван-харюлга. Отправляться в дорогу, к успеху, исполнится все задуманное. Неудачен день для людей, родившихся год тигра и кролика. Нежелательно в этот день заводить новые знакомства, обретать друзей, начинать преподавать, устраиваться на работу, нанимать сиделку, работников, приводить невестку, также отдавать дочь невесты. Стрижка волос к непродолжительной болезни. И всегда опирайтесь на мысль о том, что ваше собственное решение добиться успеха намного важнее всего другого. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.